После первой волны COVID-19 Шерипат Ясинова задумалась о прививке. Поначалу, признается девушка, относилась к вакцине скептически. Очень долго думала, потом смотрела очень много видеороликов. Все, ну, как бы удостоверилась, что у людей все проходит нормально. И решила прийти сделать вакцинацию. После введения препарата чувствует себя хорошо. У Шерипат не появилось никаких побочных эффектов. Позаботиться о себе и своих близких теперь девушка рекомендует каждому. Впрочем, пациентов, которые поначалу не воспринимали вакцинацию против коронавирусной инфекции как эффективный способ борьбы с ней, немало. По словам медиков, в первые дни массовой иммунизации людей в пунктах прививок почти не было. Сейчас желающих обезопасить себя и своих близких гораздо больше. По состоянию на 1 марта общее количество вакцинированных 12304 человека. То есть это те, кто прошли вакцинацию уже первого и второго этапа. Процент охвата взрослого населения в городском округе Химки составляет 6,5%. Мы надеемся сохранить эти же позиции. Чтобы минимизировать риск заражения, еще минимум 100 тысяч должны привиться от коронавируса. О том, как работает вакцина и почему сделать прививку необходимо даже тем, кто уже перенес COVID-19, расскажем в нашем эфире. Сразу после выпуска новостей смотрите большое интервью с главным врачом Химкинской областной больницы Владиславом Мирзоновым.